Всем добрый день! Сегодня хочу записать с вами видеообзор на такое приложение, как Step Out. Данное приложение находится в категории «Отдых» в магазине для Windows 8.1 Professional. Видим мы такое описание. Тебе когда-нибудь интересно, кому вблизи ты нравишься? Step Out изменяет обычный способ познакомиться с новыми людьми. Видим один скриншот, одна оценка 5 и 33 языка. Ну, украинский среди них, я так подозреваю, есть. 33 языка. Есть ли русский? Русский, да, тоже есть. Вот, и похожие приложения также видим. Нажимаем кнопку «Установить». Может, найдем кого-то вблизи. Устанавливается приложение. Установилось. Открываем. Использовать место нахождения, да, разрешаем, потому что, мне кажется, без него ничего невозможно будет сделать. И можно войти только с помощью Фейсбука. Ну, попробуем, честно, я уже не помню ни логина, ничего, ни пароля. Сейчас попробую вспомнить. Угу. Ну, сейчас я введу. И продолжим. Я на свой профиль в Фейсбуке. Сразу вот я ввела свои данные. Выходит вот такое вот сообщение. Нажимаем просто ОК. Не буду читать, что там. Разрешите Windows сохранить пароль. Да, ОК. И сейчас посмотрим, что же мы здесь увидим. Что-то грузится. Я не могу понять, что вот оно грузится. Может, нужно его перезапустить. И почему-то ничего не происходит. Не знаю почему. Еще раз пробую. Правой-левой клацаю. Ничего, ни меню, ничего не выскакивает. Вот так вот выглядит приложение, не работает почему-то. Будем надеяться, что разработчики устранят эту проблему. Все, всем спасибо за просмотр, до свидания, всего доброго.